Весна вышла на финишную прямую, до лета меньше 5 дней. Об этом говорит сама природа. В Минске виноградные улитки стали очень активными. Моллюски собираются сразу по несколько особей и отдыхают в кронах молодых рябин и кленов. По словам ученых, начался период размножения. А вот в народном календаре такое количество улиток к дождю и хорошему урожаю. Китаю об осадках остается только мечтать. Песчаная буря накрыла провинцию Поднебесной. Над дорогами нависла плотная серая стена высотой почти в 100 метров. Города окутал густой туман. Из-за плохой видимости водители были вынуждены двигаться как черепахи. Штормы и торнадо обрушились и на Кубу. Без электричества остались тысячи домов. Ветер срывал крыши. Непогода пришла за несколько дней до официального начала сезона ураганов 1 июня. И по прогнозам синоптиков, их будет немало. В четверг местами по стране ожидаются дожди. Завтра в Бобруйске будет облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер северо-западный умеренный. Влажность на уровне 75%. Ночью от 8 до 10 тепла. Днем 19-21. Кристина Рианс, Павел Зуев, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.